Залагает сайт, и этим нужно пользоваться. Залагал просто в нужное русло. Ну а последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь. Лично мне не повезло и выпала цифра 8. А что выпало тебе? Ставь лайк и пиши в комментариях. В данном видеоролике я залетел на сайт StandFail, положил на него целую 1000 рублей и посмотрел, что из этого получилось. Сегодня получилась нереально крутая проверка, поэтому заваривай чаек, бери печенюшки и смотри ее. Но перед началом обязательно поставь лайк, подпишись на канал, все ссылочки будут в закрепленном комментарии, а также в описании. Давайте не будем тянуть, берите с собой все самое вкусное и приятного вам просмотра. Итак, друзья, вот я и залетел на сайт StandFail, и прямо сейчас я его буду полностью и тотально грабить. Я положил сегодня целую 1000 рублей. Я положил ее вместе со своим промокодом, который дал мне плюс 15% к депозиту, то есть данный скинчик за 150 голды. Вы также можете использовать данный промокод. Нажимаете на кнопочку «Пополнить» и вводите секретный код, это DEX. Нажимаете кнопочку «Применить», и, ребятки, кладете любой балик, хоть 1000, хоть 100 рублей, хоть 10 тысяч. Вы в зависимости от этого будете получать еще 15% сверху. Это нереально крутой бонус, поэтому обязательно, ребятки, его используйте перед тем, как пополнить баланс. Ссылочки и все промокоды будут в закрепленном комментарии под данным видеороликом. Ну а также, если мы нажмем на бонусы и введем данные, опять же промокод, нажмем кнопочку «Применить» и выберем, получается, что это у нас, это АКР, мы получим еще одну голду. Вроде как я вам все рассказал, и теперь настало время, ребятки, отыгрывать наш скинчик. Так, что у нас по скинам? Инвентарь 150 голды, и давайте его поставим на 3,5, ребятки. Что же у нас это будет? Надеюсь, он не крашнется, ребятки. 3,5 нам нужно, чтобы данный скин, ребята, окупился. Потому что всегда, когда вы кладете, когда вам падает скин, вы обязательно должны играть ставочку 3,5. Я ее, к сожалению, проиграл. Ну ладно, в принципе, ничего страшного. Это всего лишь депозитный скинчик, это ничего страшного, поэтому давайте, ребятки, залетим в дабл и положим, так скажем, ну где-то 50 рублей. Давайте, ребятки, мы ее положим на ставочку Red 2. Все, мы ее положили, и теперь давайте посмотрим, что же нам все-таки, ребята, выпадет. Сюда, бро, хорошо, красненькое выпало, мы получили x2, у нас уже 1051 рубль, и не вижу смысла сидеть на дабле, давайте лучше залетим в другой режим. Так, ребятки, здесь давайте мы опять же поставим где-нибудь 51 рубль, чтобы у нас осталось, получается, 1000 голдишечки, и мы поставим давайте на x5, то есть если нам выпадет x5, мы получим 250 голдишечки просто на халяву. Так, габенчик, гони, давай, братик, посмотрим, что же ты нам все-таки, брат, выдашь. Давай мне, пожалуйста, x5, ну нет, x2, мы, к сожалению, проигрываем данную ставочку. У нас остается косарь, и все, что я хочу сделать, это просто, ребятки, залетать вот так вот, играть с 5 минами, раз, два, проиграли, раз, проиграли. Раз, два, три, четыре. Проиграли! Еще давайте 25. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, сюда, и мы ее забираем. Мы, конечно, в маленьком минусе, но ничего, ребяточки, страшного. Мы ставим с вами 33 рубля на вот такой вот коэффициент 29 красный. Теперь мы ставим, ребятки, 50 рублей, опять же, на такой коэффициент 5 красный. Да ё-моё, бро, давай. Я в шоке, я просто в шоке, как же они нами манипулируют, вы манипулируете людьми, ребятки. Так, давайте мы с вами поставим 67 рублей, сделаем чуть побольше коэффициента, а именно 35, проиграли, теперь ставим соточку, опять же, на такой коэффициент, зеленая, хорошечно. И теперь мы ставим с вами 77 голды на вот такой коэффициент, и зеленая, хорошо, плюс 241 рубль. Так, давайте мы с вами сыграем в минера, 50.01 мы делаем, ребяточки, ставочку на 3 мины, 1, 2, 3... 4. Бэмс, мы забираем, потихонечку, так скажем, играем на данном балансике и потихонечку, так скажем, ребятки, окупаемся. 34.02 ставим, чтобы, так скажем, не было лишних копеек, красная. И теперь мы врываемся просто по соточке, бро, давай зеленая, хорошо. Теперь мы ставим с вами 63 голды и делаем примерно вот такой коэффициентик. Зеленая, хорошечно, 1500, ребятки, у нас уже присутствует на балансике. Так,
Мы что с вами делаем? Это делаем вот такой коэффициентик, бэмс, и нам выпадает красное. Теперь мы ставим с вами 50, бэмс, у нас выпадает зеленое. Теперь последнюю ставочку мы с вами делаем, и прям максимально, ребятки, рискуем, ставим вот такой коэффициент, и, к сожалению, выпадает красный. Ну и давайте все, последнюю, самую последнюю, опять красное. И, блин, ну я не могу просто, я просто не могу, давай. Просто я из-за своей тупости просрал 100 голды налегке. Я мог уйти, но в итоге взял, и все, ребяточки, просрал. Так, все, игра потихонечку начинается, ставим 100 гаудишечки на, давайте, x3, я прям чувствую то, что сейчас у нас будет x3, и мы подымем 300 гауды, и я реально очень сильно на это надеюсь. Давай, братик, просто выдавай, окупай, и все такое в таком роде, братик, 3, 2, 1, бэм, сюда, бро, габен, гони, давай мне троечку, 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 у нас тем временем остается 1300 на балике, 20x выпадает, блин. А может быть рискнуть? А может быть рискнуть? Выпадало когда-нибудь, типа, много раз 20-ок? Да что у меня так лагает сайт? Там, кстати, 20-ки не так часто падают, но я прям чувствую то, что надо рискнуть и поставить 50 голды, опять же, на 20x. Нет, мне надо перезапустить сайт, потому что реально люто лагает. Давайте я его с вами прямо сейчас перезапущу. Все, я поставил на 20-очку, я очень надеюсь, то, что сейчас будет двойная 20-очка, брат. Если реально сейчас будет, мы просто поднимаем косарь, если я не ошибаюсь. Да, это будет косарь. Ё-моё, нет, просрал, просрал, нет, 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 бро, братишечка, просто, давай еще 50, нет, я буду играть до тотального момента, где-то до 700 голды, я буду ставить чисто на 20-ку, а если не повезет, то пойдем на другие режимы. Все, габен, давай, погнал, полетел, давай мне просто выдавай 20-очку, пожалуйста, братишечка, давай 20x, ну нет, выпадает опять x2, я в шоке, я в жесточайшем шоке, опять ставим 50-очку, как я и говорил, идем до тотального, ребяточки, конца, и смотрим, что же нам все-таки выпадает, так скажем, в сумме. Давайте я к вам вернусь, как только габенчик запустит данную рулеточку. Боже, чел, давай, габен, гони, братик, просто гони, давай, выдавай мне 20-ку. Ну, ё-моё, я прям вот сразу вижу то, что 20-кой тут даже не пахнет. Давай, дятел, давай, просто дятел. Я не знаю, как его по-другому назвать, просто тупое быдло. Давай, выдавай мне 20-ку. Ну, почти, очень рядом, опять двушка выпала. Блин, ну, реально очень много двоек. Редко встречаются пятерки, редко встречаются тройки, вообще троек здесь нет, и чисто 20-очка одна, так скажем, в поле воин. Все, давай, 2-1, все, полетел, габенчик, просто дядечка, просто мне реально, выдавай на мой балансик 20-очку, но опять выпадает двойка, блин, сколько двоек, я просто в шоке, может мне поставить на весь балик на двоечку, может быть, реально окупимся, сейчас 2000 выбьем. Я, кстати, один, ребятки, поставил на 20x, и для меня это реально удивление, и прикиньте, я сейчас чисто просто один в поле воин и выбью, блин, 20-очку, все же просто офигеют, и сейчас выпадает тройка. Кстати, очень давно не было тройки, если честно сказать, пипец, лагает сайт, я просто в шоке, ну залагай и выдай там несколько 20-ок, реально тройки, смотрите, очень редко выпадают. До 700 голды, опять же, повторюсь, играем, потом переходим на другой режим, если не окупается, и выпадает опять двойка, блин, двойка, просто море, просто реально море двоек. Пипец лагает, я реально в шоке. Кому это будет интересно смотреть, когда лагает так сайт? Залагал просто в нужное русло, чисто плюс косарь нам залетает на баланс, и я поставлю еще один раз, мне даже не жалко, я прям уверен, то, что сейчас будет двойная двадцатка, я в этом просто жесточайше, ребятки, уверен, лагает сайт, и этим нужно пользоваться. Двадцатка не выпала, давайте еще раз, еще разок, все, самый последний раз, и потом мы перейдем в другой режим, потому что, блин, габен нас окупил, не будем, так скажем, сильно наглеть, и не будем прям так сильно его грабить, лучше перейти на другой режим, и опять же на другом режиме постараться что-то выиграть. Сейчас выпадает двойка, ладно, ничего страшного, у нас на балансе 1800 рублей, и это, я могу сказать, довольно-таки неплохо. Так, теперь давайте залетим в дифьюзик, чисто по 50 голды будем играть. Ну, блин, люто лагает, люто, но я надеюсь, то, что сегодня нам помогут баги, то, что нам сегодня реально помогут баги, и мы то, что сегодня мы просто выиграем данный сайт, и мы просто его, так скажем, камбэкнем, ребятки. Так, зеленая, ну выдавай мне зеленая, чушканты. Красная, нет, я ставлю сотку, я ставлю коэффициент побольше, зеленая, хорошо, 1700, так, теперь мы ставим 62 голды, так, 62 голды, случайно поставил знак, так, 31, бэмс, красная, теперь мы с вами сотку, я давай мне зеленая, хорошо, 1900 рублей, так, ставим 63 голды, делаем чуть поменьше коэффициент, 27, красная, теперь мы ставим с вами 50 голды, бэмс, красная. И теперь мы ставим 100 голды, чуточку повышаем коэффициентик, 34, и теперь у нас просто... 500, просто давай. Да, сюда!
Просто один результат выпал, мы могли 97 коэффициент сделать, я в шоке. 400 голды, вот такой коэффициент, бэмс. Зеленая, да, 2600, просто изи, просто, брат, сюда на изи. Как же я просто вот так вот беру, опа-на, чувствую данный, опа-на, чувствую данный, ребятки, сайт. Так, друзья, я немножко поиграл без записи, и сейчас у меня осталось 2500 голды, я чуточку слил в диффьюзе, чуточку слил в колесе, и теперь давайте я все-таки продолжу, так скажем, записью играть на данном сайте. Так, опять дальше идем на данный режим, 104 голды, и мы ставим на вот такой коэффициент 24, получается красная соточка, бэмс 24, красное, я просто в шоке. Так, давайте 300 голды на вот такой вот большой коэффициент, достаточно зеленая, хорошо, 2900, фух, хорошо, хорошо, хорошо. Так, ребят, ставим 50 голды на 20, я просто, нет, все, я на весь балик чисто играю до x20, если за все эти попытки не выпадет x20, считайте меня просто дебилом, которому люто не везет. Все, Габен, погнал, все, просто погнал, погнал, дядечка, давай, топи тапочку в пол, ну почти, просто почти, дядя, я в шоке. Так, давай, двадцатку мне выдавай, братик. 2, 1, полетел, Габен, все, давай, двадцатку мне выдавай, блин, просто очень люто рядом находилась, и давай мне просто двадцатку, ее даже не видно на радарах. Так, мы ставим с вами сотку, я прям чувствую то, что сейчас выпадает 20x на данном сайте мне, и я просто вот так вот, бэм, сюдэнс, бро, на тебе голды, и себе на инвентарь голды я тоже положу. Спасибо тебе, Габен, ребят, сорян за минус суши, но я просто не могу с этого тупого очкарика. Последняя ставка, просто последняя ставка, нет, я не могу, я сейчас разобью монитор, я сейчас просто разобью нахер к чертям этот монитор, я не могу наблюдать то, как я сливаю свой баланс. Я просто отвлекся, мне просто написали сообщение, и я просто вывожу нахер эти 3500 голды на изи. Так, ребята, ну и давайте приступим, ребяточки, все-таки к выводу. Так, мы давайте загрузим сначала аватарочку. Так, ребята, вот такая аватарка с говняшкой. Ребята, кстати, спускайтесь в телеграм-канал, это просто нереальная жесть. У нас такой есть локальный мем, у нас есть две стороны. Это МВД Дексон и ребята с говняшкой, поэтому можете выбирать аватарки и ставить их в станке, потому что я таких людей буду замечать и буду давать им даже какой-то баланс. Может быть, буду давать им гаутишечку в стендофе. Может быть, буду класть какие-нибудь промокодики, если они у меня будут. Поэтому, ребяточки, ставьте обязательно мою аватарку. Так, покупаем, ребятки, P350 Autumn. Так, хорошо, рарочка, бэмс, получается, покупаем. Нажимаем кнопочку «Продать». И, получается, ребятки, копируем ценник. Получается, выставляем его в стендов 2. 3500.30 мы получаем. И все, теперь мы переходим на сайт и нажимаем кнопочку «Вывести». Ну и давайте я к вам вернусь, как только мне выведут данный скинчик. Сюда, братишечка, просто сюда. 3500 голды нам залетает на аккаунт от стендфейла в 20.45, а покупали мы, получается, в 20.34, то есть за 11 минут где-то в сумме, может быть, там чуть побыстрее, может быть, чуть помедленнее, нам пришла данная голдишечка. И я могу сделать вывод, то, что этот сайт максимально чистый. Конечно, сегодня получилось вывести не так много, потому что обычно я там вывожу 5, 6, 7 тысяч голды, а сегодня вывел 3500, чтобы показать вам то, что на данном сайте, как и на других сайтах, таких как GG Standoff, Bulldrop, не стоит заигрываться. И как только вы чувствуете то, что начинаете сливать свой баланс, сразу же, ребятки, уходите сразу же, выводите и не пытайтесь что-нибудь сделать дальше, потому что вы попросту сольете свой баланс. Ну а прямо сейчас в моем телеграм-канале выйдет пост с розыгрышем дорогого ножа, и потому что я вывел голду сегодня, и поэтому я хочу устроить для вас данный розыгрыш. Ссылка на телеграм-канал будет в описании, обязательно переходите, подписывайтесь, смотрите, какой нож я там разыгрываю, и выполняйте все условия. Ну а также к этим условиям относится лайкосик, подписчика на канал с колокольчиком, и сделав это, у тебя останется сделать меньше всего условий, поэтому сразу же это выполняй. Ссылка на данный сайт будет в закрепленном комментарии, также там находится промокод на плюс 1 голду, на плюс 15% к депозиту, обязательно, когда пополняешь, лутай мой промокод. Ну а на этом наш видеоролик подошел к концу, всем удачи и всем пока.